Вот уже 10 лет жителям Люберец не нужно ходить по различным инстанциям для того, чтобы собрать пакет документов. Не нужно узнавать графики работы с перерывами на обед, не нужно ехать через весь город и стоять в очередях. Сегодня каждый знает, что оформить важные документы в офисе «Мои документы» – это быстро и удобно. Награждается Маргарита Геннадьевна Скалянина, директор. Знаком отличия за усердную службу награждается Лариса Николаевна Милосердова, заместитель директора. Первый МФЦ открылся в Люберцах 29 августа 2013 года и предоставлял 69 государственных и муниципальных услуг. С тех пор работа центров совершенствовалась с каждым днем. Здесь заявители получают не только качественную помощь, но и искреннее внимание. Все эти годы вы развивались, мы развивались, я в том числе. Это рождалось запредельно сложно. Кто с первых дней работает, тот, наверное, помнит, потому что на поиск помещений разные установки в начале пути, где быть, как быть. Сначала была централизация жесточайшая. Все должны быть в одном здании. И был, пример была Балашиха, кто помнит. А мы пошли путем другим, потому что у нас не было такого большого здания. Мы начали распылять, потом мы стали как бы образцом для подражания для других, потому что очень важно, когда человек в пешей доступности может зайти, прийти и получить услугу. Сейчас многофункциональный центр предоставляет 114 федеральных, 219 региональных и 76 муниципальных услуг. Даже во время пандемии коронавируса офисы «Мои документы» продолжали работу. И насколько мы вышли на новый уровень за эти 10 лет, благодаря вам, вашей такой вот надежной профессиональной работе, благодаря тому, что каждый день вы познаете новое, рассказываете, объясняете каждому человеку, как нужно правильно сдать пакет документов, получить свидетельство о собственности. Это очень серьезная работа, и сеть МФЦ развивается, и коллектив у вас увеличивается, и задачи все время прибавляются. 10 лет назад все началось со штата из 3 человек. Сегодня МФЦ «Люберец» — это 9 структурных подразделений и 350 специалистов, 73 окна приема заявителей. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.